Вечер, Даня. Привет. Как твои дела? Хорошо. Доброе утро. Спасибо вам за доброе утро. А вам добрый вечер, Ольга. Спасибо. Ольга, я вам там отписалась. Смотрите, я сегодня утром посмотрела, что вы мне отправили ночью. Да, я не в то время, но ничего. Нет, нет. Ага. Значит, для того, чтобы открыть эту презентацию в том формате, как она как открывается у вас, нужно, чтобы был WhatsApp установленный на компьютере или ноутбуке, что у вас там. Да, у меня установленный на ноутбуке. И там открывается, и там говорится, такой аппликации не существует, такого приложения не существует. Я поняла. Тогда я вам просто буду делать фотографии страничек, как мы раньше делали. В таком формате вам удобно было? Да, да, хорошо так, да, спасибо. А смотрите, Ольга, все задания, которые я вам отправляю, их желательно выполнять не одноразово. Логопедия – это такая, понимаете, наука, которая требует бесконечного повторения одного и того же, многоразово. То есть одну ту же картинку мы просматриваем и проговариваем в течение дня, в идеале, 3 раза хотя бы. Ага, хорошо. Там же на это задание тратится время буквально, сколько там, минут 5 максимум, правильно? Да. Но именно надо концентрироваться на звукопроизношении, тогда будет результативность. Хорошо? Вот так вот. Поэтому повторяем. Ой. Даже просто открывается телефон, что я вам открыла. Кто звонит? Молодец. Ольга, принесите нам, пожалуйста, палочки. А, палочки, окей. Тут должны были быть. Мы не нашли. Одну не хватит одну? Хватит, хорошо. Да. Окей, спасибо. Данечка, давай закончим уже зарядку, потом массажик сделаем. Делаем лошадку, щелкаем язычком. Улыбнулись. Старайся, чтобы подбородок был неподвижный. Теперь быстро. Держи улыбочку. Подбородок. Медленно. Дай улыбка. Молодец. Давай. Ты щелкаешь? Улыбочка. Ты, смотри, когда ты улыбаешься, ты прям чувствуешь, как здесь мышцы напрягаются нашего губ. Ты чувствуешь вот здесь напряжение? Молодец. Теперь опять улыбнулись. Язык вверх и барабанчик. Братик, прикрывай. Еще раз. Только язычок работает. Подбородок на месте. Да. Посмотри, как да. Ты видишь себя? Губы в улыбочке. Да. Язычком. Да. Данечка, только язык работает. Да.
Да, да. Вот, 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 молодец. Да. Еще, еще, еще. Да, да. О, да. Да, да, да. По пальчике убери. Пальчики убери, убери, убери пальчики. Да, 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 да. Он же пальцами держит, чтобы не закрывал сердце. Молодец, умничка. А себя же не укусит же. Да? Жалеешь себя? Да. Угу. Хорошо, Даня. Сегодня мы с тобой поработаем со звуком «ц». 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 А звук «ц», «с», «з» произносится одинаково. Язык у нас становится с нижними зубками. Папки хочешь уже? Давай немножко массажик сделаем. Давай, сейчас уже пойдем спать. Раскатываем язычок. Ровненько садись. Да-да, вот правильно, на локотке оперся, молодец. Хорошо, в стороны. Другую. Молодец, вверх. Держим. Угу. Смотри, как у тебя красиво открывается ротик. Ле-ле-ле. Сделай так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Нет, надо все язычком, только язычком. Ле. Ла-ла-ла-ла-ла. Ле-ле-ле-ле. Только язычком. Да. Ла-ла-ла-ла-ла. Да, ла-ла. Ла-ла-ла. Ты молодец. Да, ты молодец. Тебе нужно просто присмотреться к своему языку, как он работает. У тебя все получится. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Молодец. Держим, удерживаем на языке палочку. Будем считать в уме? Давай. Молодец, Сонечка. А? Зубки, оголяй зубки. Показывай мне нижние зубы. Ага, ага, считай. Нормально, нормально, давай еще. Ротик закрылся. Смотри, тут главная задача удерживать язык вверху. Да, да, да. Долго-долго. Красиво-красиво. Понял? Давай попробуем моторчик заводить. Ла-ла-ла-ла-ла. Нет. Больше воздуха набирай, вот сюда, набирай. Молодец, умничка, Даня. Смотри, ты это упражнение можешь делать по много-много раз в день. Сможешь? Не ждать, чтобы тебе мама сказала, Даня, сделай, а сам. И ты быстро научишься, ты же взрослый парень уже. Вся ответственность на тебе. Что? Жёстный парень. Ну, взрослый парень. Значит, ты должен сам это делать, потому что это нужно тебе. Не ломай палочку, не ломай. Данечка. Да. Хорошо? Все, откладывай палочку. И сейчас посмотришь, кто к нам придет на занятие. А у нас сегодня... Ничего себе.
Спайдермен. Не балуйся, Спайдермен. Ты балуешься? Я думала, что это да. Мы сегодня со Спайдерменом будем произносить, это вообще, ну, можно говорить, Человек-паук, будем произносить звук З. Напомни, как он произносится. Чи. 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 Ниже немножко язычок. Ниже. Чи. 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 Отлично. Итак, сначала. Ты читать умеешь? Читай, что написано. Помоги человеку, пауку, назови шлоги. Слоги. Шлоги. Молодец. Называй, что появляется? Сти. Ци. Ти. Ти. Ча. Че. Чо. Чу. Ча. Чи. Чи. Смотри. Цы. Си. Сы. Си. Си. Чи. Сы. Си. И. И. Чи. Посмотри. Посмотри на мой рот, как я делаю. Смотри. Сы. Си. Сы. Чи. Си. Чи. Чи. Да, молодец. Чи. Умничка. Видишь, какая разница? Когда ци. Вот ты вот ротик ставишь ци. Более круглым, получается ци. Ци. А если улыбнуться, ци. Ци. Мягко ци. Получилось. Ци. Понял? Ци. 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 Итак, у нас еще ци. Один слов. Ци, Дань. Ци. Ци. Молодец. Цо. Молодец, отлично. Цо. Далее. Какое у нас задание далее? Читай. Помоги у человека пауку добраться до места. Так. Помоги человеку пауку добраться до места. И мы с тобой также читаем слоги. Оть. Оть. Ать. Эть, уть, ить, ють, еть, йоть, йоть. Молодец, отлично. Что же дальше нужно нам делать? Скажи, скажи, кого спас. Человек. Человек-паук. Смотри, это цапля. Чапля. Кого спас человек-паука? Паук. Человек-паук спас чаплю. Молодец. Это. Человек-паук спас цыпленка. Молодец, умничка. Это царевна. Человек-паук спас царевну. Молодец, умница. Это цыганка. Человек-паук спас цыганку. Молодец, Даня. Отлично. Идем дальше. А теперь какое задание? Прочти, пожалуйста. Помоги человеку-пауку побежать лабиринт, назвать слова. Проходим в лабиринт. Называем слова. Пуговица. 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 А это? Кто это зеленый? Кузница. Молодец, Сонечка. Гусеница. Кузница. Это? Руки вытираем. Полотенце. Полотенце. Так, тут зерно перемалывают. Мельница. Мельница, молодец. Дальше. Кольцо. 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 Молодец. Кольцо.
А это платьице. 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 Да, как твои сестрички носят. Это у нас ав. Овча. Молодец, Сонечка. Ножницы. Ножницы. Давай еще раз скажем. Ножницы. Ножницы. Молодец, умница, абсолютно правильно произносишь, молодец. В корзинке у нас лежат яйца. Яйца. Давай еще раз. Яйца. 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 Молодец. Все зависит от того, как ты открываешь рот. Если вот так открыть, получится яйца. Если вот так, получится яйца. Понял? Так, яйца мы забираем, дальше идем. Эта птичка у нас си. Синица. 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 Молодец, умница. А это у нас медведица. Медведица. Молодец. А тут у нас волк. Видишь, с бантиком. А не волк, а в женском роде это тоже будет у нас, чтобы звук ц был. Волчи. Волчик. Волчок, волчок. Волчица. Волчица. Песни поет на сцене. Певица. А ну давай скажем певица. Певица. Да, молодец. Певица. И это у нас льви. Львица. Певица. А тебе не забыли. Да, смотри, мы с тобой очень быстро прошли этот лабиринт, ты умничка.